Минувшую субботу губернатор Сергей Морозов по инициативе депутата Госдумы Сергея Маринина провел встречу с жителями села Солдатская Ташла Тереньгольского района. Обсуждали самые разные темы – образование, ЖКХ, дороги. Но главным вопросом стала медицина. Поводом послужила ситуация, сложившаяся вокруг местного отделения областного кардиологического диспансера и амбулатории. Больница в Солдатской Ташле 4 марта исполнилась 145 лет. За эти годы она успела побыть и земской больницей, и противотуберкулезным центром, а с 70-х годов получила кардиологический профиль. В Солдатскую Ташлу приезжали сотни человек на реабилитацию и восстановление после инфарктов. В 2016 году учреждение присоединили к областному кардиологическому диспансеру. А спустя год на ремонт больницы обещают выделить около 30 миллионов рублей, чтобы сохранить ее в виде полноценного круглосуточного отделения. Однако ни один из трех министров, возглавлявших областной Минздрав эти годы, ничего для реализации этого плана не предпринял. Как итог, в феврале этого года руководство Минздрава и областного кардиодиспансера приняли решение переформатировать солдатско-ташлинское отделение в дневной стационар, сократив число коек с 20 с лишним до 7. Естественно, это вызвало недоумение как со стороны персонала, так и пациентов. Все понимали, что 7 коек для огромного здания в 2000 квадратных метров слишком мало. 7 коек, они просуществуют, не знаю, сколько они просуществуют, но только отопление этого здания будет тянуть такие суммы, что 7 коек никак их не окупит. Руководство областного кардиодиспансера уже приняло решение о переводе части сотрудников в Ульяновск. Как минимум в транспортном отношении это неудобно. А не медицинский персонал, в первую очередь поваров, сократили, ликвидировав пищеблок. И здесь интересен тот факт, что на совещании в Минздраве, проходившем 21 февраля, сотрудников ташлинского отделения заверили, что уведомления о сокращении будут отозваны. Но в итоге, по словам местных жителей, их буквально заставили написать заявление. Заставляют писать заявление о согласии на принятие вот этого сокращения. Как нет? Как нет? Вот у меня два оба повара, вот эти заявления были. Ну как нет, если это так происходит на самом деле, так как происходит по факту. Поэтому неудивительно, что в ситуацию пришлось вмешаться областному руководству. Губернатор полностью встал на сторону жителей Солдатской Ташлы. По его решению, уведомления о сокращении были отменены. Высказался глава региона из-за сохранения в селе полноценного круглосуточного кардиологического отделения. Для этого будет выделено средства около 30 миллионов рублей на ремонт здания. Персонал, переведенный в Ульяновск, планирует вернуть и подобрать в Ташлу врача-кардиолога. Количество коек увеличится с 7 до 15, а в перспективе и до 25. А за то, что принято еще в 2017 году решение так и не было выполнено, ответит главврач областного кардиодиспансера. Должна быть завершена в отношении главного врача областного кардиологического диспансера до 7 числа. Но решение, что называется, мы заранее случаем. В связи с тем, что госпожа Мовчан уже на протяжении нескольких лет имеет отличную от руководства Ульяновской области, от жителей позицию, мы ее освобождаем от занимаемой должности. Примечательно, что самой Елены Мовчан на совещании не было, хотя это ее касалось в первую очередь. Параллельно с отделением кардиодиспансера проблемы возникли и во врачебной амбулатории Солдатской Ташлы. 20 февраля там закончил свою работу врач, пришедший сюда несколько лет назад по программе «Земский доктор». Так как это совпало с сокращением коечного фонда кардиоотделения, то начали распространяться слухи о том, что амбулаторию скоро ждет закрытие. Это оказалось неправдой. Врачебная амбулатория село Солдатская Ташла является структурным подразделением ГУС Тереньгольской районной больницы. Вопрос о сокращении, о закрытии, о реструктуризации данного лечебного учреждения не обсуждается, не ставится. Медицинскую помощь этим жителям села оказывают врачи районной больницы, которые два раза в неделю приезжают в амбулаторию на 2 часа. В остальное время медпомощь они могут получить у медсестры амбулатории или у медиков все того же кардиодиспансера, если заболевание касается сердечно-сосудистой системы. Но то, что у нас нет медработников в амбулатории сейчас, это очень плохо, конечно. Очень плохо для всех жителей села, тем более сейчас вот такое неблагополучное состояние, здесь очень много больных детей, сейчас инфекции, целый месяц дети не учатся. Амбулатория закрыта на замок, вот вчера я приходила, здесь было закрыто на замок. В районной больнице хотят решить кадровую проблему за счет выпускников медфака УЛГУ, которых планировали привлечь на работу в Солдатскую Ташлу. Но губернатор высказался за то, чтобы привлечь сюда более опытного врача. Причем нужен врач общей практики, который смог бы работать как со взрослыми, так и с детьми. И главное, чтобы он был обеспечен жильем. Здесь, на месте, в Солдатской Ташле. Этот вопрос должны решить совместно Минздрав и районные власти. А контролировать ситуацию с медициной в Солдатской Ташле должны будут как местная общественность, так и депутаты. Сегодня мы приняли решение, не мы, а был Сергей Иванович Морозов, по больница, которая останется в Тереньгольском районе село Солдатская Ташла, я лично буду контролировать это. Местные активисты также остались довольны результатами встречи с руководством области. Встреча с губернатором довольны. Волевые решения, смелые. Я думаю, у нас все получится. Благодаря губернатору, мне кажется, у нас получится все это.
Сергей Морозов дал чиновникам областного правительства и районной администрации 10 дней на то, чтобы они предоставили конкретные планы по решению проблем Солдатской Ташлы. Игорь Улитин, Юрий Конихин, Александр Кудряшов, Ульяновская правда.